Друзья, всем огромный привет! Если у вас нет времени на приготовление чего-нибудь к чаю, а хочется что-то вкусненькое и сладенькое, то приготовьте кекс в микроволновке. Это занимает не более 5 минут. Пошли готовить. Для начала в миске смешиваем муку, сахар, какао-порошок, добавляем щепотку соли, щепотку ванилина и разрыхлитель теста. Перемешиваем. Потом добавляем туда одно яйцо, 3 столовые ложки молока, и 3 столовые ложки растительного масла. Вместо растительного можно использовать 3 столовые ложки сливочного растопленного масла. Хорошенько все вместе перемешиваем до однородной консистенции. Все, тесто для кекса готово. Берем посуду, которая подходит для микроволновой печи. Это может быть миска, формочка для кекса или, как у меня, кружка. Теста хватит на 2 кружки объемом 200 или 250 мл. Смазываем их тонким слоем растительного масла. И заполняем на 1/3. И ставим в микроволновку. Выбираем самую высокую мощность. В среднем готовится такой кекс около 2 минут, хотя все зависит от мощности микроволновки. Все, спустя буквально пару минут наш шоколадный кекс готов. Теперь осталось украсить. Делаем в нем надрезы и украшаем шоколадом. Также можно посыпать сахарной пудрой, полить сметанным кремом или натереть шоколадом сверху. Еще такие кексики будут отлично сочетаться с домашним мороженым. Ссылка на рецепт мороженого найдете в конце видео или в описании под видео. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем приятного чаепития и пока-пока!